Фу, вот и настало утро следующего дня. Погода сегодня, как видите, вроде как радует. Солнышко. Так что, в принципе, вот реально погода подмывает садиться и ехать. Хотя время еще 9 часов нет. Но я запланировал часов в 11. Вот и хочется, и колется, потому что сами видите, что творится. Так, тут вот вчера ребята приехали еще с Финляндии. Вот, поставили их мотоциклы. 3 человека. Что-то я попытался с ними заговорить, но диалога у нас что-то как-то не вышло. Ну и мы втроем весело. Так что, ладно. Сейчас давайте смажем цепь у моего мотоцикла. Потому что вчера шел дождь, и я думаю, пора это сделать. Так, неудобно его здесь копать, потому что здесь щебень. Ой, катать. Щебенка, блин. Так. Ну и ничего, потихонечку смажем. Так, ребята. А, кому интересно, чем я мажу цепь, а смазываю ее вот этим спреем, который я еще купил год назад в Луисе. Есть такой вот маленький баллончик и есть большой баллончик. То есть маленький можно заправлять от большого и брать с собой в дорогу. Я уже проехал порядком, ну, около 3 тысяч. И этот баллончик еще, ну, половина в нем. Мажу я цепь где-то, ну, раз в 1000. Опять же, в зависимости от погодных условий, в которых я еду. Если лил дождь, то, естественно, смазываю чаще. Если не было дождя и было долго сухо, ну, не вижу смысла смазывать. Как бы, ну, смазываю, соответственно, реже. Поэтому вот, сейчас смажу. И, блин, и, наверное, буду выезжать. Ну, погода прям вон до горизонта, облачка. Ну, обидно. Может быть, пораньше тогда в Тромсе приеду. Мне надо туда 5 часов пилить. Там побольше погуляю. И, возможно, даже удастся сегодня на обслуживание попасть. Загнать хотя бы мотоцикл. Ладно, посмотрим. В общем, ребята, не мог я здесь не остановиться, в этом замечательном месте. А, место вообще обалденное. Тут я сейчас еду вдоль фьордов. До Тромса мне осталось километров 200. Погода, ну, знаете, нет дождя, это считать, что все это, считать, что ты в лото выиграл. Ну, градусов 10 по ощущениям, но главное, чтобы дождя не было. Обалденно. Чистейшая вода здесь, вообще прозрачная. Сейчас вот такие горы интересные, скажем, то зеленая гора такая вся, ну, заросшая, то со снежными этими буграми, вон там вдалеке видно, да? Видите, там снежные вершины. А здесь, например, вот такая зеленая гора. И вот они так контрастируют между собой, когда проезжаешь. И еду постоянно вдоль воды, то есть такие вот охеренные виды. Смотрите, какая вода прозрачная. Обалдеть. Вот эта вот штука интересная, что за хрень? Мне пока что непонятно. Наверное, для чего-то она ведь сделана. Типа мост в никуда. Шик. Вот это было, я считаю, правильнейшим решением вчера остановиться в городе Альти и не ехать дальше. Сегодня, смотрите, утром погода, вот все утро вот такая. Поэтому я даже не стал ждать обеда, а просто сел и поехал. Думаю, дождя нет, и ладно. Но по ощущениям реально холодно. Вот я сейчас стою с вами, вам кажется, что здесь тепло и солнечно, но у меня руки мерзнут. Вот просто стоять здесь, руки мерзнут. Все-таки север. Ну ничего, один раз, мне кажется, всем надо пережить такое. Не жалею. Сейчас доехать до Тромса, обслужиться, как полагается, и потом со спокойной душой дальше тулить. А там будет дальше веселее, потому что чем южнее, тем теплее. Правильно? О, как я стихами сказал. Дальше будет веселее, чем южнее, тем теплее. Блять, какой я молодец, а? Ладно. Поеду дальше.
Тут по-хорошему, да, можно каждые 100 метров останавливаться и что-нибудь снимать, фотографировать, потому что, ну, везде виды обалденные. Я говорю, дальше будет только круче. У меня сейчас Норвегия идет по нарастающей. В общем, ребята, решил я немножко срезать до Тромсы. Поеду сейчас на пароме до Люнгсайтет, или как он там называется. В общем, в 55 минут придет, это приблизительно через минут 20. Ну, я срезаю приличный кусочек, то есть можно, конечно, объехать этот весь фьорд. Он там, по ходу дела, дождь идет, ну-ка. Вон, видите, вон там дождь. Видите, вон там дождь идет. Ливень, по ходу дела, нехилый. Поэтому я сейчас буду немножко срезать. В общем, мне два парома предстоят, пока до туда доеду. Но в целом до города осталось меньше сотки. Так что скоро буду там. Виды, конечно, обалденные. Так, ладно. Так, я теперь на пароме, сейчас поплывем потихонечку. Я не знаю, сколько тут, 13 километров было по карте плыть. Сколько по времени это займет, я даже не представляю. Ну ничего, постараюсь насладиться данной поездкой. Немножко хоть жопа отдохнет. Так, если честно, то тут очень холодно стоять. К сожалению, на камеру холод не передается. А, сейчас вон человек ходит платить за паром, наверное. Надо будет. Короче, с оплатой парома здесь интересно у них. Даже не ожидал. Они, короче, фотографируют, ну, сканируют номер, а потом тебе по почте присылают, ну, по e-mail или как-то там присылают счет, который надо будет оплатить. На какую почту они его посылать будут, я правда не знаю. Ну, номер отсканировали. Ну ладно, посмотрим. Интересно. Интересно.